много было вопросов за протестующие люди. Если фирма Ара-Шериф, Ара-Шериф, наверное, правильно, Израиль, для моего выступа технологии точного землеробства Израиля. Прошу. Вітаю всіх учасників цієї конференції. Пробачте, будь ласка, за мою українську мову не дуже гарну, але розумію все, а мало опиту розмовляти на українській мові. Добре. Технології точного земледілля – це, скажімо так, тренд, мода останнього часу. Но дело в том, что тут столкнулись два направления. IT-технологии, которые витают в облаках и очень плохо представляют себе, что ж это такое сельское господарство, и где растут помидоры, чи в деревах, чи, мабуть, под землею. И вот это, и IT-технологии, они привыкли работать так. Да, он посидел, попрограммировал целую неделю, но он хочет получать за это миллионы. Возможно, в каких-то отраслях это возможно, но не в сельском хозяйстве. Мы должны понимать, что крупные земледельцы успешно могут применять эти технологии. Но когда обычный фермер слышит такие забавные цифры, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, 20 миллионов, это нереально. И мы должны обращать внимание на весь сельскохозяйственный сектор. Если мы посмотрим мировую тенденцию, то фермерские хозяйства менее 2 гектаров – это 72% всех фермеров на земном шаре. Украина – непростой вопрос. Да, здесь широкое развитие получили агрохолдинги. Но давайте посмотрим эффективность. Израиль. У нас где-то 360 тысяч гектаров земли всего на всю нашу великую державу. А объем сельхозпроизводства 9,5 миллиардов долларов. Доступная мне статистика по Украине показывает, что Украина производит больше, аж целых на 11 миллиардов долларов. Ребята, это кошмар. И, ну, сегодняшняя конференция, она очень интересна. Вот разговор шел о картофеле. В Израиле стандарт не ниже 50 тонн с гектара, 500 центнеров. Как этого добиваются? Пустыня, песок, камешки, водичка по жесткому лимиту. Но добиваются. Вот это тоже элементы умного сельского хозяйства. То есть, очень модно сейчас посмотреть со спутника, посмотреть там с какой-то станции, и вот мы трактор направим прямо. Так давайте же мы, это замечательно, это хорошо. Но, ребята, картошки вы получаете 15 тонн с гектара. Ну что это такое? Может быть, пора начинать вот с обычных технологий и их делать эффективными. У Украины дичайший потенциал производства сельского хозяйства. Но, мне кажется, нужно менять концепцию. В Израиле размер фермерского хозяйства аж целых 4 гектара. 4, 4. Не сотен, не тысяч, а 4 гектара. И израильские фермеры довольно успешно применяют умные технологии. Но они заключаются не только там посмотреть со спутника. Хотя есть 3 серьезных компании в Израиле, которые используют эти технологии, используют на мировом уровне. Высочайшая точность,
там до сантиметров со спутника. Но опять же, это все хорошо для огромных площадей. Где огромные площади? Зерновые, там, допустим, свекла, подсолнечник, соя, ну, что-то еще. Но кроме этого, есть огромный сектор, предположим, овощеводства. В этом году овощеводство показало, что вот этот вот коронавирус, он поломал все. Он поломал международную логистику. Он поломал логистику внутри стран. И вот это уже не умное сельское хозяйство, а тупое сельское хозяйство. Потому что, смотрите, в Израиле был и карантин, и жесткие ограничения. Все это было. Но никто пальчиком не смел тронуть фермера. Для сельского хозяйства ограничений вот этих не было. У тебя поле, ты выезжаешь на поле. У тебя теплицы, ты едешь в теплицы. У тебя птичник, коровник, ты едешь туда и работаешь. Потому что в Израиле четко понимают. Все вот эти вот, все, что вокруг, да-да-да, это красиво, это важно и так далее. А кушать мы хотим каждый день. Поэтому вот в Израиле картошечка 50 центнеров с гектара. Почему? И вы знаете, вот в Израиле живу уже третий десяток лет, я не видел ни одного колорадо. Ну, жучка колорадского. А в чем дело? Есть маленькие правила. На одном и том же поле можно сеять картофель один раз в 5 лет. И мы уходим от кучи болячек, вредителей и всего прочего. И еще одна особенность. В радиусе, не помню, 12 или 15 километров не должно быть второго фермерского поля. Вот это методики умного земледелия, потому что земледелие у нас нет плановой экономики. Но фермеры четко перевязаны друг с другом, и они четко планируют, что и как посеять, когда и как. Они знают спрос рынка, они знают объемы, которые можно продать, которые продать можно нормально. А не так, что «О, отсосусит!» У прошлом годі посіяв помидори, і він так заробив багато грошей, і усі сіють помидори. А оці помидори отам і знили на полі. А огурцов нету. Ха. Вот вам умності, хитрості, вот эти вот єврейські. Я з большим уваженням отношусь к науке України. Однако, есть особенность. Вот в Израиле что же есть наука? Сельхоз. Вот этот маленький Израиль умудрились разбить на 7 природно-климатических зон. Теперь, и где ж наше министерство сельского господарства? У деревни! Не в Изне, не в Тель-Авиве, не в Иерусалиме. В деревне, там недалеко от города Рехова. И там же институт Вулкани. Это центральный главный институт сельского хозяйства, который разрабатывает и применяет технологии. И опять же, как работает наука в Израиле? Не то, что кто-то там сидит и что-то там выдумал. Нет. В Израиле есть фермеры. В Израиле есть коллективные предприятия, кибуцы. Они дают запрос. Они. И этот запрос приходит в науку, и наука пыхтит, разрабатывает и делает то, что сказал фермер, я тебе плачу. Вот ты для меня и работай, дорогой мой. И работают. Смотрите, вот в каждом этом регионе, вот эти природно-климатические зоны, там есть научный центр, и он расположен не в городе. В деревне, в пустыне, там еще где-то. И там ребята делают и вылизывают технологии. Поэтому эффективность земледелия в Израиле в 10 раз выше, чем в Украине.
или в 20, не знаю. Посчитать можно. Вопросы конкуренции. Я уже сказал, что абсолютно фермеры не планируют. Теперь кооперация. Хорошо, точное земледелие. Но ни один израильский фермер не может себе позволить какое-то оборудование для трактора, которое стоит сотни тысяч долларов. Приходишь к фермеру, а у него трактора нет. Охренеть, фермер без трактора. Говорю, так а как ты вот обрабатываешь свои эти несчастные 4 гектара? Он говорит, так как вон мойши. То есть есть машав, ну, деревня израильская. И вот там есть одна семейка. Папа мойши, у него там 4 сына. У него куча техники, и он обрабатывает сотню, 2 сотни хозяйств. И у фермера задача нигде купить Джон Дир, нигде взять бешеное бабло там на топливо и так далее. У него задача позвонить Моше, мне нужно вот там завтра, послезавтра, чтобы ты обработал. Неважно что, у Моше есть все. У него полный комплект техники. И он к тебе приедет и все сделает. Ты ему позвони, заплати. Да, это стоит денег. Дальше, так называемая диджитализация. То есть внедрение систем компьютерных, внедрение дигитальных систем в сельское хозяйство. Эта эпопея в Израиле началась... Ой, не знаю, лет 30-40 назад. Почему? Все упирается в шекель. Ну, шекель – это такая гривна наша. И вот этот шекель, каждый фермер четко считает свои затраты. Вода – дефицит, удобрения стоят дорого и так далее, и так далее. Поэтому нужно все использовать так, чтобы у тебя же еще и прибыль была. И вот для этого используется система автоматики, электроники, которые контролируют процесс выращивания сельхозкультур, неважно, в открытом грунте, в закрытом грунте. Все это контролируется и управляется. То есть, вот мы отслеживаем тут ситуацию по всему миру. И вот сегодня наши электронщики, айтишники, так это, потихоньку влазят в сельское хозяйство. Но они влазят из тех своих, из того понимания, которое очень сильно отличается от того, что нужно. Это проблема. Потому что, опять же, ценовая политика у них вот та. То есть, вот я считаю, что нужно, вот помните, как это при Садхе было? Научно-исследовательский институт. Сентябрь наступает. Так, построились в поле. Выбирают руками картошку из земли. И тогда люди немножко понимали, насколько это тяжело и так далее. Сегодняшние айтишники, они слишком далеки от реального сельского хозяйства. Это большая проблема. Но это огромные возможности. Нужно немножко свои амбиции там и понты утихомирить и начать разрабатывать нормальное оборудование по доступным для каждого фермера ценам. Мировая практика показывает, что только 4% хозяйств реально используют вот эти вот самые дигитальные технологии. А сколько фермерских хозяйств в мире? Более 1 миллиарда. Из них много очень маленьких. Теперь вот давайте глянем мы на Японию, да? Какой размер земельного участка стандарт японский? 40 сотых. 40 сотых. Это фермер. И мы почему-то не видим голодающих японцев. У них все в порядке. Ни земли нету, вот тот маленький островочек какой-то там. 40 сотых земли, а проблем нет. А в Украине почему-то некоторые супер-пупер-холдинги, площадь земель которых равна всем сельхозземлям Израиля,
банкротятся. Ну ничего себе! То есть, господа, мне кажется, вот то, что происходит сегодня, вот этот коронавирус, все прочее, сейчас пока что тишина, но к весне проблемы с едой. Системы точного земледелия в Израиле, они разработаны настолько высоко, что даже спутник, то есть снимок со спутника позволяет держать тот же самый трактор там плюс-минус 2-3 сантиметра. Идет очень мощная аналитика. Аналитика в первую очередь по состоянию водопотребления, по состоянию питания растений, то есть идут очень четкие рекомендации, что вот здесь нужно это, вот здесь нужно, там азота не хватает, там фосфора и так далее, неважно. И системы, уже современные системы внесения удобрений, они вносят удобрения не в сплошную, они вносят четко столько, сколько нужно и того, чего нужно. Две системы внесения удобрений есть, и ну, в сухом виде, там, допустим, под пшеничку. Вот, и есть системы внесения удобрений вместе с поливной водой. Это очень четко корректируется и управляется. Дальше появились новые системы контроля состояния растений, вот в плане заболеваемости, в плане наличия там вредителей каких-то. Это очень четко отслеживается. И применяются очень быстрые, такие четкие меры по борьбе вот с этими проблемами. Да, можно что-то разрабатывать с нуля. А можно просто воспользоваться тем, что есть. И очень важный момент. Вот система образования, она потихонечку, наверное, тоже немножко устаревает. Не надо держать человека там в институте, в университете, там 5-6 лет, чему-то его научили, но за эти 5-6 лет реальная наука, технологии, практика, она улетела далеко вперед. И поэтому бизнес почему-то опережает науку, как вы сказали. А должно быть наоборот, наука должна быть впереди, но для этого наука должна держать нос по ветру, вот по тому ветру, который дует с поля. Наука должна быть ближе к земле. И нужно очень четко, очень оперативно использовать тот опыт международный, который есть. Понимаете, если в Израиле, допустим, поливается система орошения автоматизирована уже там 30 лет, так применять это нужно. И в Украине. Да, в Украине воды много. Там Днепр течет и много чего еще. Вот, но без воды и ни туды, ни сюды. Кооперация, я уже сказал, без этого нельзя. Но это тоже элемент обучения. Потому что вот это, когда ты заходишь в село, покажешь кооперация, все говорят, да иди ты веселяться, это ж колгосп. Поэтому вы, уважаемые мои друзья, коллеги, обучать нужно. Вот методика обучения, пожалуйста, вот через этот. Но обучать кооперации реальной, той, которая существует во всем мире. И это резко поможет людям. То есть, ну, как бы менять немножко и подходы обучения, и подходы научные. Использовать по максимуму то, что уже кто-то придумал. И стараться двигаться тоже вперед. То есть, уважаемые пани и панове, дякую. Дякую за возможность поучаствовать в этой конференции. Рад вас видеть, рад слышать всех участников. И надеюсь, что вот израильский опыт, он тоже поможет. Понимаете, я не делал презентацию. Не хочу я там чего-то и кого-то рекламировать. Но каждый элемент вот этой, это огромнейшая тема. Допустим, там машины, механизация для точной обработки. Вот сегодня кое-что показывали нормально. И я, допустим, я знаком с компанией Роста. У них много оборудования именно
для малых и средних хозяйств. И это очень важно, потому что нужно сохранить в Украине сельское население. Сохранить можно только тогда, коли селянин має землю, має якийсь там манюсенький, чи тракторок, чи щось, і він робить. І коли він робить спільнотою, із друзями, із своїми сусідями, коли це кооперація. Дякую. Разрешите поблагодарить. Я запомнил ваше прошлогоднее хорошее достаточное выступление информации. И рада вам. Конечно, я скажу, вы интересный человек, и театр за вами платит. Потому что дар, дар есть. Поэтому желаю вам удачи и очень буду рад, если у вас появилось желание когда-то быть в Украине. Добрый. Я был в Украине, принимал участие в семинарах, был в Николаеве, в Энергодаре, был в Киеве. Но вот вы знаете, я не чувствую, ну, как бы ответного движения. Очень жаль. Но послухали, но и все. Я не знаю. Вот смотрите, если, может быть, по очень узким специализациям будут запросы, вопросы... И может быть вот проведение подобных семинаров или других, но с реальным участием вот реальных сельхозпроизводителей от земли. Пожалуйста, я готов принять участие, рассказать, показать, объяснить. Фамилия моя Дончук, звать меня Валерий Васильевич. Очень приятно. Национального научного центра. Вы мне и моим коллегам очень понравились. И по силе, так сказать, изложения, и по глубине знаний, и мне хотелось бы, чтобы где-то эти добрые контакты продолжились. Без проблем. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Дякую.